Соня и Сахар познакомились уже здесь, в Беларуси. Девушки приехали из Ирана получать медицинское образование. К приезду готовились тщательно. Для теплых вещей места в чемоданах не жалели. Здесь вся наша с Сахар зимняя одежда, теплые жакеты, кофты и, конечно, теплая обувь. Режим дня у студенток обычный. Завтрак практически европейский. Яйца, тосты, джем и сок. Правда, только способ приготовления для нас не совсем привычный. Мы кладем на тост желток яйца, сверху поливаем джемом, запиваем соком и молоком. Еще мы любим есть тосты с сыром и ореховым маслом. После завтрака – занятия. Девушки проходят курс доуниверситетской подготовки перед поступлением в медицинский вуз. Для таких, как они, желающих изучить азы языка и предметов, создан отдельный факультет в университете информатики и радиоэлектроники. БГУИР принял гостей из Ирана в одном из своих общежитий. Здесь же и проводят занятия для облегчения адаптации. Есть подготовительное отделение на английском языке. В этом году мы работаем с гражданами Ирана, мы готовим для медуниверситета. В прошлом году мы готовили для поступления к нам по программе с Нигерией. Работа с белорусскими гражданами осуществляется в направлении подготовки к централизованному тестированию. В Беларуси иранским гостям удивительно комфортно. Снег девушки любят. На севере их страны его иногда выпадает даже больше, чем у нас. А вот там, где живет Соня, в снежки не играли с десяток лет. Почему Беларусь? Ответ не только в зимней погоде. Мой родственник учился здесь на стоматолога, ему очень понравилось. И он уговорил меня приехать в Беларусь на учебу. Через полтора месяца учебы в Минске в конце марта Сахар вернется домой отметить с семьей иранский Новый год – Норус. А для Сони праздник устроят здесь. Девушки уверены, что за время учебы обязательно найдут много белорусских друзей. Сергей Козлович, Леонид Падуков, «Наше утро».